Вот к этой двери 20 мая съехались все экстренные службы нашего города, получив анонимный звонок, что квартира заминирована. И еще немного, и весь дом взлетит на воздух. Сообщение оказалось ложным, а звонивший на скамье подсудимых. Уголовное дело рассматривается на закрытом судебном заседании. В ходе расследования медицинская экспертиза признала мужчину психически нездоровым. Теперь предстоит выяснить, действительно ему показалось, что квартиру заминировали, или это был злой умысел. А вот родителей обвиняемого интересует другое. Их ли сын сделал этот звонок? Это, говорит, не он звонил, там еще были. Просто сказали на его. Это было лишь первое слушание. Суду предстоит еще во многом разобраться. Но если в ходе судебного процесса будет доказано, что звонок мужчина сделал преднамеренно, его направят на принудительное лечение. Наталья Лушникова, Максим Липин, Евгений Лызаев. Новости НТР.